В 47 регионах России из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ объявлен карантин. В нашем крае эпидемический порог пока не превышен. В Красноярске за помощью к врачам обратились чуть больше 5000 человек, по региону около 11 тысяч. В красноярских поликлиниках планируется вести амбулаторный прием граждан в эту субботу, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь. Для оценки уровня заболеваемости проводятся выборочные лабораторные исследования. Однако, какой именно вирус у каждого поступившего к ним человека, врачи не выясняют. Результат анализа становится известен через некоторое время, когда болезнь уже может начать прогрессировать. Лекарства и методы лечения, применяемые в момент обращения, универсальны для всех острых респираторно-вирусных заболеваний. Поэтому главное – это своевременно обратиться к доктору при недомогании. Обратитесь в поликлинику, своевременно получите назначение и начинайте лечение. Если лечение неэффективно в течение 2 дней. Если за это время происходит ухудшение состояния, необходимо повторное обращение. Но ухудшение – это уже понятно, вызов врача на дом. Если появляются угрожающие симптомы, то есть одышка, бледность, нарастающая слабость, то следует позвонить на скорую помощь и, то есть, оформить вызов, консультацию получить специалиста и так далее.